Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется Dead Zombie Fight. И один уровень уже прошел, так что давайте играть. Так, понятно здесь все, улучшить. А что мы можем с вами улучшить? HP, жизни, да? Ну давайте попробуем, 500 золотых, 500 долларов. Делаем. И вперед на миссию. Гоу. Так, отлично. Пес, зомби-пес нас встречает. На-ка, выкуси. Ну, ах ты, елки-палки, тут еще откат, оказывается. Пока нормально все. Давай, давай, подходи. Тихо, тихо, сзади-то не надо. Ха-ха. Да получи ты. Все, нет? Смотри-ка, еще там где-то псарня. Завалили. На этом все или нет? Выполнено. Ну, довольно легкие пока миссии идут у нас, ребята. Так что можно сильно не переживать по этому поводу. Так, поехали далее. Так, Ревард я могу, да, взять? Давай сюда. Два золотых слитка. Зачем-то они нам нужны. И мы можем с вами улучшить жизни. За 800. Хорошо, сделаем. И опять на миссию. Так, миссия 2 нам открыта. Поехали. О-о-о, тихо. Ёлки ты палки. Давайте их вот так. Отлично. Да отойди ты от меня, что-то прицепилось. Черт, черт. Сзади из-под тишка лезут. Я так понимаю, это уровень пройден у нас, да? Ага, ну это получается у нас типа арены, да? И мы на арене должны побить всех монстров. Понятно. Поехали тогда далее. Так, ну пока я здесь ничего делать не буду, давайте поехали сразу. Четвертая миссия у нас открывается. Давайте смотреть. Ох, елки-палки. Давайте суперударом. Бомбочку. Так, еще. Пока вроде бы неплохо. Иди отсюда, пес, прицепился ко мне. Ну, где там еще? Я же знаю, что еще один должен быть. Вот он. И сюда. Отлично, победа за нами. Надеюсь, мы перейдем с вами на пятый уровень. Ну да, я понял. Так, у нас деньги. Это нам не нужно. Давайте. Поехали. Что я могу здесь сделать? Так, я улучшил жизни, да? Ну, также можно... И атаку. Так, а здесь почему-то... А, покупать. Нет, спасибо большое. Донать я не хочу. Ревард заберу. Так, так. И вот так. И поехали на следующую миссию. Пятая у нас открывается. Босс? Ёлки ты палки. Ну, давайте глянем, что тут за босс у нас. Так, он спит. Надо как можно тише себя вести. Ага, спит. Щет. Так, что тут у нас? Какой-то буст. Можно применить. Давайте нажмем. Так, я что-то открыл. Повреждение. Максимальный урон? Ладно. Оу, тихо, тихо.
Нифига он там шмаляет с дробашета. Вот вам и весь босс. Легче не придумаешь. Миссия пройдена. Продолжаем. Такая простенькая игра, ребят, да, на самом деле. Вообще ничего не надо заморачиваться. Давайте следующую миссию сразу же. 1250. И у нас открывается шестая миссия. Поехали. Кто на этот раз у нас? Ага, вот мы и добрались уже до самих зомбарей. Причем их здесь довольно много. Это ловушка. Это ловушка, походу, дела, братиша. Давайте колбасить. Елки-палки, в окружении берут. Так, дробовик. Черт, перезарядку дробовика. Давайте тогда боеголовки идти. Ты смотри, как они меня разбирают. Вот тебе и простые зомби. Так, отлично, ребята, прошли мы шестую миссию с вами. Просто шикарно. Так, поехали далее. У нас должна, по идее, сейчас открыться седьмая миссия. Если у нас хватит, конечно, денег на нее. По крайней мере, у нас сейчас в данный момент 4132 доллара. Ёлки, посмотрите, что тут пооткрывалось. Давайте вот это, наверное, улучшим за 1000. Так, я думаю, крит тоже не помешает за 2000 долларов. И... А тут, смотрите, тут еще спешл можно. Оу! Комбо! Ну, да, за 3 золотых. Отлично, давайте улучшим. И мы можем с вами... Вот это, я не знаю, что это такое. Убийство врагов. Скорость убийства? Давай попробуем. Ну и поехали с вами на седьмую миссию. Так, у нас мы играем пока на изи. Нормал и хард, как вы видите, недоступно. Так, мы с вами получили еще одну баночку. Так, давай, файт. На-ка, выкуси. Ах ты, перезарядка. Я все время забываю, что здесь у скиллов есть перезарядка. Кроме пистолета. Пистолет можно бомбить хоть бесконечно. Да что ты ко мне прям прицепился из-под тяжка сзади? Гранаты. Зажали. Зажали, ребята. Давайте боеголовки. Готовченко. Ну-ка, выкусите. Так, шикарно. И остался еще один последний. Готов, огурец. Ну что же, ребята, проходим на следующий уровень. Так, я еще и уровень получил. Опа-на, это еще что такое? Вот этого только мне и не хватало здесь. Видимо, очередной босс, ребят. Давай сюда. Так, с деньгами у нас напряженка. Опа-на, а вот, ребята, и скиллы. Вот они показываются, что он делает. Опа, нимбу ставит. Ясно, а это? Неплохо. Это огнемет. Блин, хочу все. Давайте еще раз компа с вами повысим. Так, и, наверное, возьмем ревард, если он есть. А он есть.
еще у нас что-то. Смотрите, деньги. Ух, елки-палки. Давайте, конечно, все забирать. Так. Итого у нас уже, ого-го, 15 тысяч, ребят, накопилось. Все вроде бы, да? Так, отлично. Ну что же, тогда давайте, ну-ка, улучшимся. За деньги же улучшается у нас. Да? Нет, тут за золото. А вот статусы за деньги. Давайте атаку повысим себе. Ну, повышай ее. Так. HP обязательно надо. Крит. И, наверное, SP с вами сделаем. Так, еще, наверное, HP. Ну все, по-моему, нормально. Можно сделать с вами спешл. Так. Бурса, так, за 10 не выходит, не получается. Только можем комбо улучшить. Ну давайте комбо сделаем. Все. Поехали на следующую миссию с вами. Это у нас 8-я получается. Поехали. Нет, не буду, я уже смотрел. Хорош. Так, поехали. Ёлки-палки, Ксарня спит. Давайте сразу тогда... Оу-оу-оу! Это что такое было? Что за валун? Ну иди сюда, олух. Довольно неплохо. Так, подожди, отойдем. Так, а теперь боеголовки. Да, враг тут с каждым разом все сильнее и сильнее. Ну давай, подходи. Неплохо кританула сейчас в данный момент. Все, вроде бы шикарно прошло. Еще какой-то там один заблудившийся. Иди сюда. Готов. Ну что же, ребята, следующий уровень у нас. Так, на 3 звезды мы с вами проходим пока уровни эти все. Ну оно и понятно, на легком-то. Что там не проходить. Так, поехали далее. Не будем ничего брать, наверное, если только ревер, если он есть. Комплит, комплит, комплит. Тут все у нас выполнено. Ага, вот здесь вот надо забрать. Так. И последний, по ходу дела, да? Да. Все, отправляемся на очередную миссию. Получим мы за нее $600. И, кстати, на 10-й нас ожидает босс. Ну что ж, давайте. У нас 3 энергии всего осталось. То бишь мы можем провести с вами всего 3 боя. Поехали. Тихо ты. Куда ж ты бросил-то, а? Специальный удар-то. Не подойдете ко мне. Давай-давай-давай, издалека их всех. Фух, довольно легко и просто. Ну что же, 500 бакинских я получил. Так. И плюс еще бонусы. Продолжаем. Так, наверное, я, ребят, ничего не буду здесь изучать. Хотя у нас денег-то, елки-палки, конечно, будем. Так, давайте HP повысим. Там у нас сейчас босс будет. Так что надо к нему хорошенько подготовиться. Крит, обязательно крит. Только я не могу понять, почему здесь 2 вида крита. Ну-ка. Ага, тут крит от оружия, по ходу дела. Крит Д, крит дамаг и просто крит. Вот они как сделали здесь. Ха, хитро.
Не надо мне ничего. Ладно, ребят, давайте глянем, что там у нас за босс на 10 уровне. Поехали. Атака. Ну, давай улучшим. Что он мне там написал? Улучшите атаку? Так, ваша атака не соответствует этой комнате. Ого. И как же я тогда должен здесь исправить это дело? Ребята, если атака у меня... Давай тогда повысим атаку. А у меня не хватает денег. Ладно, значит, нам придется с вами сделать вот так вот. Здесь мы заработаем. Да не буду я смотреть. И надеюсь, что на следующий раз нам хватит. Тут еще, видите, атака нужна определенная, блин. Давай. Так. Отлично. Подходи. И дробовиком их всех. А теперь еще из пистолета. Ну что, что ты там? Так, отбегаем. На-ка, получи. Ну, последние остались. Да что ты там прячешь? О, валун какой-то. Что за камень? Откуда он вообще берется? Ну что ж, главное, что мы прошли. Сейчас, надеюсь, если мы с вами повысим атаку, нас допустят все-таки до босса. Я хочу просто посмотреть, что там. Так, поехали. Значит, не хватает мне атаки, да? Ну-ка. Теперь-то, надеюсь, хватит. Хватило, ребята. Так что давайте глядеть. Ну, оу. Так, значит, обычный здоровый зомбарь. Хорошо, ну-ка, получи. Так куда же стреляешь-то у меня, а? Выкусите. Так, этот у меня еще не накопился за труда. На-ка. Так. Давай, вставай, я как раз по твою душу. Кританули. Ну давай, вставай. Все, что ли? Ух, да босс-то, оказывается, вата. Ну что же, прошли. Отлично все. Ну что, ребята, на этом я, наверное, буду завершать этот выпуск коротенький свой. Всем спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующих сериях. А на этом все. Всем пока и до скорых встреч, ребята.